Начиная с 2011 года в России отмечается важная памятная дата – День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества. 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Новая памятная дата установлена, чтобы напомнить об этом событии, а также в память о более 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны. В преддверии этого события представители ветеранских организаций Хасавюрта, Нажмуддин Залимханов и Бекбулат Акавов посетили семьи погибших участников афганских событий и вручили продовольственные пакеты. Всего таких семей 13. Как отметил председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны Нажмуддин Залимханов, о героизме и стойкости солдат, исполнивших свой интернациональный долг, будут помнить всегда.